отель Монтань на севере, рядом с комплексом Океанус. Напротив, тут как-то исторически сложилось, что здесь всегда было место уличной еды, шикарной уличной еды. Вот, но да, здесь действительно прекрасно, вкусно готовят. Здесь великолепные жареные рыбы. У нас туристы сюда не загонишь. Вот на такие стульчики. Здесь едят жареных рыб. Они действительно очень вкусные. Кушают их здесь и с детьми. Вот и сами вьетнамцы вечерами. Вот прямо, вот смотрите, комплекс Океанус. Вот он, море. И около забора вечерами едят таких шикарных рыб. Есть маленькая рыба, есть большая рыба. У них, по-моему, две цены, 250 и 350. Вам дают кучу зелени, вот такую рыбину. И у вас получается шикарный ужин с рыбой. Вот. Раньше их продавали прям вот, где такси сейчас стоят, и где комплекс Океанус. Тут был забор. Ну, как-то исторически сложилось место жареных рыб. О, боже, мороженое со шпателем. Неизвестно из чего. Неизвестно с каким сиропом, но зато красиво. А вот рыба, рыба отличная. Я все-таки пройдусь. Вот оно. Кафе у забора. Пусть вас не пугают. Шикарное место. На мне проверено неоднократно. Здесь очень вкусная рыба. Сами вьетнамцы приезжают, иногда берут с собой такую рыбу домой. Вот. Кто-то смело кушает рыбу. Вот девушка с ребенком. Наша кушает рыбку. Ну, видно, еще рано. Еще рано, время около 6. Вот тут их жарят. Чудесные бабушки жарят рыбок. Преимущественно здесь рыба кабо. Рыба корова, так называемая. Блин, она шикарная, эта рыбина. Вот так ее готовят. Соус, зелень, фольга. Да. Вот такое место. Уличная еда.